Презентация первого борта санитарной авиации была приурочена к предстоящему дню медицинского работника. Он отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В 2014 году праздник выпадает на 15 число. Накануне в здании областной филармонии врачей и всех, кто имеет отношение к медицине, поздравил глава региона. В Саратовской области насчитывается более 170 учреждений, а в отрасли задействовано более 50 тысяч человек. Однако считать праздник своим, профессиональным, по словам Валерия Радаева, может гораздо большее количество человек. Никакие изречения не способны передать того, что совершает любой из вас на своем рабочем месте. Подвиг, и этим все сказано. Ваша профессия очень мудро устроена. Врачи не делятся по ранжиру. Кто виртуозно удаляет аппендицит или описывает кардиограмму, не менее ценен труд специалиста, овладевшего уникально высокотехнологичными операциями. В каждом случае на чаше весов не просто здоровье, человеческая жизнь. И вы это знаете, как никто.